Митинг на площади труда собрал в свои ряды не одну сотню взволнованных людей. Постановление губернатора Владимирской области, в ходе реализации которого в центре города появится лечебное учреждение для больных с психическими расстройствами, поддержки среди горожан не нашло. Представители Муромского отделения партии ЛДПР, ставшие инициаторами митинга, были не одиноки в своем протесте. Собрались мы сегодня на пикет, выразить свое возмущение по поводу постановления губернатора от 6 сентября 2012 года о создании в Мурме и размещении на базе 51-го училища психоневрологического диспансера, где будут проходить лечение, стационарное лечение, люди с хроническими психическими заболеваниями. Мы обеспокоены безопасностью наших детей и, соответственно, граждан. В частности, у нас находится жилой квартал, спальный район. Партия ЛДПР выражает обеспокоенность по этому вопросу. Мы сделаем все для того, по крайней мере, попытаемся сделать, что о том, чтобы данное заведение было перенесено за город или хотя бы на окраину, где нет спальных районов и школьных учреждений. Вот, что можно сказать по этому поводу еще? Что во Владимирской области, в Меленковском районе, в деревне Халькова, находится такое учреждение, но оно находится в лесу, но никак не в центре города. Недоумение и даже испуг жителей понять можно. Приехал человек из Владимира и решил, что раз здание принадлежит области, так и мнением общественности можно пренебречь. Мы прям вот возмущены до глубины души. Ну как это так, вот в центре города будет вот это вот учреждение. Тут рядом и медучилище, и школа, и кладбище. Ну вообще и маленькие дети, и пожилые люди. Вообще очень опасно. Это, я считаю, очень опасно. И такое учреждение-то будет. Здесь у нас школа, здесь училище, здесь у нас, как говорится, кладбище. Они будут везде лазить. Ну, вообще этот район, это центр города. Центр города психушка. Ну, это же вообще в какие рамки не уходят. Ну, чтобы здесь на площади поставили бы. Вот бы здесь. Да, вот прямо бы здесь построили бы, пускай бы они здесь гуляли. Какая разница, что там, что здесь. Не то чтобы мы против совсем, говорит более молодое поколение муромлян. Все прекрасно понимают, что без таких учреждений тоже не обойтись. Но нужно как-то более продуманно отнестись к этому вопросу и не искать эконом-вариант и такое же лечение. Необходимо учесть мнение всех сторон, взяв во внимание состояние здоровья больных людей в первую очередь. Я считаю, что больным людям здесь тоже будет неудобно. Слишком много раздражающих факторов. Шум машин, общий городской шум. То есть, возможно, громкая музыка. А их заболевания, я считаю, должны лечиться в более спокойных условиях. На мой взгляд, нужно прислушиваться к опыту более крупных городов. А мы знаем, что подобные учреждения должны выноситься за городскую черту, куда-то, возможно, на окраину, где такие больные будут себя чувствовать более комфортно, спокойно и уютно. Митинг на площади труда стал только началом волны возмущения. В ближайшую субботу и воскресенье с 9 часов у входа на центральный рынок будет организован палаточный пикет по сбору подписей против решения губернатора. Елена Петрова, Николай Молоденов, Муромский, Меридиан.